Это Галя поснимает. Да ничего. Я. Благословен Господь нас, даровал нам еще услышать Слово Его Святое. Так, Иисус Навин, остановились мы на Иисусе Навине. Хотел сказать о великом покаянном каноне Андрея Крицкого. Кто был о великом каноне? Кланялся кто когда? Нет, не было никого? Ну, мы дома. А вы на русском языке читаете, да, его? Да. Видите, какой канон? Канон приурочен к великому посту. Как Господь нас 40 дней постился в пустыне, прежде чем выйти на благовестие людям, на проповедь. Искушал его там сатана с разными страшными искушениями, которыми редко кто не искушает. Господь показал, как словом Божиим, которое уже было сказано до этого, до Иисуса Христа, хотя он его и говорил, произносил, были все искушения сатанинские побеждены. Все Господь отмел, показал сатане словом Божиим, он говорит, бросься вниз, ведь написано, ангелы ты заповедуй, ты бросишься, когда не приткнешься ногой во камень твоей. Видели, как прыгают там люди, вот сейчас дети особенно, там в интернете какие-то группы набирают, и там друг другу дают задания, и они там наверх забираются, на краны, на всякие, на большие здания, куда только их там этот черт не занесет. И в конечном итоге падают оттуда и притыкаются. То есть бабах, и все, и труп, никого нету. Родители только думают, зачем мы воспитывали, кормили, поили, столько теперь будут до конца жизни жалеть. Да. Это искушение настоящее. Вот в это искушение человек попадает. И Господь, Он Сын Божий, Он может все сделать. Может вознестись на небесах и вообще на небо выйти. Он этого не сделал. Он сказал, не искушай Господа Бога твоего. Вот как написано. Я хотел попросить небольшое слово сказать. Давайте. Так, сейчас поднимите руки. У кого дома кошечки есть? Кошки. Так, ну-ка. А у кого собачки есть? А у кого нету ни кошки, ни собаки? Поднимите руку. Ничего нету, ни птичек никаких. Ну, слава Богу. Дело в том, что сегодня обращают большое внимание на это. Какое-то совещание в краевой администрации прошло. И заголовок. В каждый двор голубятню. Это невозможно. Но раньше было очень много голубей. И люди были более мягкие. Я говорю конкретно, мне встретился человек, очень близкий у нас здесь. Он даже с нами здесь молится. Но в детстве так получилось, что обделен семейным уютом был. Как, что там было, я не знаю. Но главное, что не держали ни собак, ни кошек. И он абсолютно безразличен к боли человека, уже человека. Вот спрашивается, откуда человек научился чему-то? С детства. Вот понимаете, как вот... Мы не замечаем этого, а у нее собака, вот там какой, белый бим, черное ухо, или наоборот, там, Троепольский написал, его играет Тихонов Вячеслав. Он, как остался один человек после войны, и вот собака скрашивала его жизнь. Сегодня исследователи показывают, у кого дома собака, кошка есть, а он один, ни родных, никого нету. Жизнь на 3 года больше, длиннее, 3 года. И у него нет нервных срывов, там, с соседями, он знает, у него тут забота есть. У нас кошечка в лагере была, ну, нынче только окатилась кошка, маленькая, называем Паля, палевый цвет. Кто ее видел? Я видел. Вот. Я попрошу хорошим помолиться, Аня, она тяжело заболела. Вот у нас здесь Фрося сидит. Вчера приходила, мама у нее ветеринар с высшим образованием, приходила с ее старшей сестрой Инакой. Ну, это неизвестно от чего, но по признакам я посмотрел в интернете, клещи, бывают клещи, в ухо попадает, она ничего не может сделать, они разъедают ей там все, и она расчесала все ухо. Там она перекисью промазала, я говорю, может и не это только, сегодня уже клещей нету, она на одном месте крутится вот так, глаза расширенные, она не есть еще не хочет, а может ударилась, может быть, нечаянно прыгнула, зацепилась ногой и головой ударилась. Сейчас только утром приходили, опять ей там укол на расширение
вены или что, чтобы, ну, видимо, гематома там на мозгах-то. Нам очень жалко ее, она до того умная, такая спокойная, хорошая была. А сейчас ее не могут удержать, я все это заснял, потом увидите как. Научитесь сострадать и животному, и птичке. Вот мне звонят здесь, мы голубя подобрали, а у него крыло сломанное. Оно никуда не годен-то, его кошкам отдать. Да мы как-то не... А вон журналисты такие люди, не с улицы. И мы его уже третий год держим. И так привыкли к нему, голуби. Другие там попугайщиков держат, хомячков разных, там ящерицы. Это творение Божие. Но в творении Божьем поклонение должно быть только Богу. Поэтому и курочек держат, колят их. Барашка держит, колят. Вы же идите весной, откуда оно? Это так Господь уже устроил все. Поэтому будете молиться, вспомните о нашей Пале. Господи, как тебе угодно. Нам жалко так. Она с нами была в домах, жила, и она заходит, вот выходит и вот так вот крутится на одном месте. Вот так. Чтобы вы были сострадательны друг другу. Кто-то заболел, чтобы усиленно молились. Я напомню случай, когда Хиросиму американцы бросили бомбу, и учительница узнала, ну, Америка с Японией воюет, и сочувствовать Японии нельзя, потому что это враг. Но она все-таки ученикам сказала, сбросили бомбу, и там почти 100 тысяч с лишним погибло людей. И дети погибли, все сгорели, и даже дыма не осталось. И дети плакали. И она себя сохранила как человек. Сожаление, да, это дети враждебной страны, но это дети. Причем мы-то здесь, дети Сирии сейчас, вот сегодня, они на улице ищут, где кто ели военные, крошки подобрать. Ничего нету. Детей Сирии, помните. А у нас в избытке все на столах, холодильники забиты, на свалке там хлеба просто мешками выбрасывают. Что-то некондиционное, там маленько подплеснуло, ну, маленько партия, целые партии выкидывают. И там и помидоры, и яблоки, и ананасы еще только не выбрасывают. У нас знакомый один, и там людей много, и они там все это берут, оно все хорошее. Но по ГОСТу не проходит. Мы должны помнить, что мы не одни. Такого богатства, как у нас в России, трудно где-либо найти, чтобы так небрежно с ним обращались. Рот закрывайте так. Благодарю. С Богом. Так, ну, помолимся о кошечке. Давайте помолимся о кошечке-то. Да, давайте. Давайте. Вот какие-то слова найдем библейские-то. Господи Боже наш, слава Тебе. Ты творец всего видимого и невидимого, и сотворил человека. И Адама наградил пророческим даром. И перед ним прошли все животные, птицы, и он давал им названия. Святые Твои пророки сказали, что праведник милует и скот свой. И когда страдает человек, страдает и скот от него. И пастится человек, пастятся и животные. И они воздыхают и мучаются до ныне, ожидая, нам непонятно как, усыновления сынов Божиих, что и сами будут освобождены от рабства тлению. Ты соделал так, что все сотворенное, чистое ныне, и человек может употреблять в пищу. Научи нас, Господи, правильно понимать наше отношение к животным, птицам и что окружает нас. За все прославляю Тебя. И вот мы разговаривали об этом животном. Если угодно воле Твоей Святой, даруй ей здравие и сохрани ее на радость нам и детям. Тебе, Господи, слава за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Богу слава. Спаси Христос. Аллилуйя. Так, это очень важно. Очень-очень важно. Все с малого начинается. Вот это, как вот дети вот играли, я помню, маленькие. Ну, у сестры был пупсик маленький. Пупсик, она его все там это, я не знаю, у вас-то нету таких, наверное. Маленький человечек такой. Она его там, ручки так двигаются, ножки, она его в ванне там моет, там кормит его там все. Вот так вот постепенно, видите, люди начинают. Почему? Ну, доверить как ребенку, доверить что-то. А другие, а потом у нее что-то началось, она медсестрой захотела стать. Мама ей нашила на сумку такую, нашила крест, и она везде ходила. А мы играли в рогатки с пульками там. Играли, а ей было лет 8, наверное. А мне уже было тогда 11. И пулька попадет в глаз, куда-то там в голову там или еще, ну прям кровавый след вот такой, все. И она была у нас санитарка. Ее Ярослава звали, а мы ее звали Ярка санитарка.
и кричит: санитар, санитар! А уже в этого не стреляют из пулек, если этот раненый. И она подбежит, там у нее бинт такой перебинтует. Уже дальше пошло, видишь, куда. Ну, правда, не стала она медсестрой. Она сейчас занимается совсем другим делом. Но, однако, вот я просто тому пример, как вот все это растет. И главное всегда было все, что нужно начинать с малых существ. Почему? Ну, братья наши меньшие, как назвали их, не написано в Библии, что это братья наши меньшие. Но Господь давал им имена, читаем вторую книгу Бытие. Вот, видите, как интересно написано. И заповедал так. И Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и была, и так и было имя ей. Вот Господь, ну, даже не будем вопрос создавать, почему так Господь решил. Ну, чтобы человеку, наверное, и не скучно было, как мы дальше увидим, и чтобы заботился он. Как Господь заботится, вот сейчас начал заботиться о всей вселенной, вот человека сотворил, там животных, так и человек по подобию и подобию, по образу и подобию же Божьему сделал, сотворил человек, видите как. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему. Это вторая глава книги Бытия, 19 и 20 стихи, нам говорят о животных. Ну и другое там много очень говорится. Поэтому все нужно начинать помаленьку. Надо любить все, что движется. Буддисты, ну так непонятно это, они даже когда идут перед собой, у них метелочка, чтобы сметать с дороги там насекомые, как бы не раздавить. Ну, нам не понять это. А святые, были такие святые, которые комара даже убили. Убили комара и над ним скорбят. Как же так вот? Убили комара. Комар-то кусается больно вроде. Но он же существо-то. Разумное, неразумное. Но вся тварь, Игнатьевич процитировал, до ныне стенает и мучается. И ждет избавления самого Божия. То есть нас избавление от тления в нетление, чтобы мы пришли. Для чего они ждут? Ну, наверное, для того, что им тоже будет хорошо. Перестанут они вот этим заниматься. Вот когти у кошки для чего? Не чтобы же царапаться, правильно? Да нет, мышь ловить, это мышь, это ее мы сделали такой. Чтобы на деревья залазить. А на деревья для чего залазить-то? Птичек есть, видишь, как все. Грех. А все для того, чтобы по веточке добраться до яблока и яблоко съесть. Вот и все. Вот для чего она такая нужна, когти-то ее. А не для того, чтобы мышек, птичек улавливать. Но мы вот такими их создали. А теперь мы должны стать лучше. А раз мы их такими сотворили, значит, мы должны о них и заботиться. Вот у Игната Тихоновича мама, как только скотина, говорит, потеряется, ну все сразу, первым делом что? Растеряны сразу. Вот были коровы, были овцы, были, все нормально, считали. И вдруг идут, а что-то нету одной. Ну где-то отстала, может, там пробежались туда-сюда. Еще паники нету. Потом раз, а нету, если нескольких. Ого, это что такое? Что случилось с ними? Где? И начинается поиск. Ну где они могли быть? Туда пошли, туда. Начинают друг друга расспрашивать. А это же все-таки местность большая. Давай ездить туда на велосипеды. Бегом. А потом уже к маме прибежим. Говорим: мама, потерялась там корова там или что. Она говорит, никуда не обращается. А к иконостасу сразу повернулась. Открывает. Одевает очки, у нее двойные очки были, я сам видел. Одни очки, потом сверху вторые. И достает такую Библию хорошую, там, каноны, акафисты, и Николай Чудотворцу сразу. Николай Чудотворец, вот Николай Чудотворец. Вот он оказывает помощь, милость. Николай Чудотворец, вроде как бы, я так понимаю, что напрямую к Господу обращаться не очень, но животные же все-таки. А святой-то уж поможет. Ну, мне кажется, и Господь и так видит все. Видите, мы же сейчас прочитали, Господь дал человеку повеление, чтобы он называл животных. А называл для чего? Чтобы познакомился с ними поближе. Так. Но у нас с вами Слово Божье, Иисус Навин, продолжаем мы. То есть перешли они Иордан.
Я дал, перешли, а мы так и не прочитали об этом. Сейчас мы вас с вами прочитаем. Брат, разреши маленькое слово про коров скажу. А, хорошо. Вы молоко все едите? Может, это потом. Никому это не противоречит. Что из молока делается? Творог, сыр, сметана, творог, сыр. А все это корова где берет? Из травы. Сегодня химическим образом анализы показывают. В траве этого ничего нету. И вот сегодня попробовали самое лучшее изобретение подключить, чтобы создать искусственное молоко. Что корова ела за день? Ну, рядом смотрим, что она ела. И набрали это. Потом в машину заложили, и получилось молоко, но зеленое. Стали кормить им только, ничего не давать кошке. Кошка сдохла. Но немножко этого молока туда добавили. Ну, лучше это там финны, скандинавы делали, сепараторы это оттуда пришли. Она остается живая. Молоко это единственный продукт на земле, который усваивается полностью без желудка. Вот рак желудка, его вырезают одним кишечником. 96 элементов разных насчитывают. Я когда прочитал, ну это вообще, об этом много написано. И надо просто знать. У нас коровы разные бывают. И жирность у одной как сметана почти. А у другого жидкая. И поэтому надо там больше, чтобы восполнить, сколько на тебя налоги накладывали. И поэтому, вот у нас была одна корова, камолая, рог нету у ней, а здесь у нее как шиньон, кожа выступает, и вот так вот, повыше маленько, но она камолая, она податься не может. И нас спросили, а мы пасем, их не знаешь сколько коров, там, ну 200 коров, 200, это много, колхозные коровы. А такую корову знаете, мы говорим, нет, а она все время в середине. Такой характер. Куда бы ни повернул табун, она в середине. А другая вредная, куда бы ни повернул, она через весь табун пробежит, это сказать, весь гурт. И с той стороны опять повела всех за собой. Вредная, не знаем, куда деть ее. Только ее куда-то дели, купил там другой хозяин где-то. На ее место другая, которая за ней. Да еще хуже. Приходится соглашаться с тем, что Господь дал. Корова – это начальник во дворе. Если корова была, то люди все будут живы. Даже ничего нету. Что не добавлять? Пни гнилые, долби, молоком заправляй. Лебеда там. Что найдешь? Мороженая картошка прошлогодняя, молоко. Корова это кормилица, так ее зовут. Кормилица. Корове особое отношение должно быть. У нас корова была, вот эта, которая жирное молоко, я говорю, камола. Это мы ее увидели, когда в лагу корову пошли, а мы наверху там... Ну, лох-то большая, как балка такая. И мы тогда увидели, говорит, вот она. А ее как раз доила наша мама. И она нам от нее молока давала. Свое молоко нашей коровы в план забирало государство. А у нас 10 ребятишек, 10. То, смотри, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот это наша семья. Ну, 10 парней было, 10 пацанов, мальчиков были. А 10, 5. И 5 девочек. И поэтому, если хотелось... И мы к маме подаем, она смотрит и доит корову. Никто не видит, она нам даст выпить. И мы выпьем. А когда выгоним, днем-то охота, она спокойная. Мы подойдем, под корову залезем и доим себе в рот. Этим мы выжили. Это корова. Вы запомните это. Это кормилица. Но бывает у нее характер такой, что не подойди. У дедушки у нашего такая корова была. Хорошая. Но давала поить, это, доить только бабушку. Тогда дед надевает ее фуфайку бабушкину, платок подвяжет и не разговаривает. Корова смотрит, бабка, не бабка, дед, не дед, и стоит спокойно, и он ее подоит. И мы в то время в детстве все смотрели, как не переоденется, она его ногой пинает, не допускает. Корова с характером. И от животных люди могут брать для себя какой-то пример. Вот, допустим, люди, женанеисты, говорят, жеребцы, там Библия называет их такими словами, а это ты будь... Такая, которая что-то принесет людям пользу. Как говорит, у нас, говорит, черная корова, а пасется на зеленом лугу и дает белое молоко, из которого желтое масло. Вот целые, все карандаши можно собрать и все. И как получается, никто не знает. По сегодняшний день. И поэтому Богу слава за корову. Будете в деревне жить, обязательно первым делом заводите корову. Раньше в городе здесь табун ходил. Прямо в каждом районе целые табуны выгоняли, гурты. А сейчас ни одной коровы нет буквально. Редко кто. В одном городе я считал, на 7-й этаж корову затащили. Как они, не знаю, как-то сделали, от нее убирать и так и держали. Ну, вот написали про таких людей. То есть это любовь. Есть район, называется Гоньба. У нас Гоньба.
Гоньба — это перегоняли скот. Гоняли, там так и назвали. Я там недалеко от этого района живу. Так, а вы не там живете. Так, я же еще про канон Андрея Прискова хотел сказать. Так вот, мы здесь читаем канон Андрея Прискова уже не просто весь покаянный, а вставляем еще туда благодарение Господу и словословие. Вот Игнатий, значит, Господь надоумил его. Почему это произошло? Там, в каноне Андрея Прискова, перечисляет сам Достоблаженный, перечисляет 205 различных историй библейских. 205. Он их выбирает для чего? Чтобы найти в этих историях покаяние для своей души. И поэтому мы читаем эту историю там об Адаме, там о Каине, о Давиде, там о Самуиле, там Самсоне и кланяемся. Ну и потом дальше приходит к Иисусу Христу, к апостолам. Петру там протянул руку, когда он утопал. Все это, об этом все говорится. Для чего? Чтобы душа наша пришла в такой трепет, в такое состояние умиления к Господу, что Господь истинно милостивый. Даже когда наказывает, это хорошо очень. Он говорит, любит отец, когда наказывает сына своего, любимого наказывает. А если это не сын его, он его не увидит и не накажет. И, то есть наказание — это вразумление. То есть наказание же не обязательно, чтобы подойти и это, дать плеткой там по спине. Наказание — это показать, что неправильно сделал. И поэтому для этого ты будешь, ну, немножко должна плоть твоя страдать. Или не поешь, или там на горох встанешь на колени, там раньше было у нас такое. Ну а розгами — это уже последний момент, когда уж совсем дерзкий, хулиганистый пацаненок. Ну вот, а когда человек подрастает, его уже никакими розгами или горохом не приведешь в истинное благопочитание, благодетельную жизнь. Поэтому приходится через Слово Божье уже только обращаться. Это самое последнее, что есть у нас здесь на земле, чтобы покаяться, чтобы изменить круто свою жизнь и чтобы твоя жизнь пришла к Царству Небесному. Поэтому запомните обязательно, как только вы будете, когда вырастете, как только будете вы от добродетельной жизни отходить, сразу вспоминайте, что же с вами не так. А, я забыла Слово Божие. То есть вот на занятиях нигде не присутствуете, нигде Слово Божие не брали в руки, не открывали его, забыли, что такое молитва, и вот оно, и пришел грех. И грех придет, он может прийти даже через какие-то счастливые, как кажется, моменты. Там будет какой-то плотские утехи, а ничего, на самом деле, и еды будет много вкусной. И даже люди разрастаются, вот такие жирные становятся. От чего? Спокойная, сытая жизнь, ничего не делают. В туалет ходят не на улицу, а друг другу на голову. А ничего хорошего-то в этом и нету, оказывается. Добродетели никакой не воспиталось в человеке. Почему? Слова Божьего не было. Нечем было подкрепить душу, питать ее. Вот как сейчас Игнатьевич про корову рассказывал, что молоко — это очень важный элемент, питательный для человеческого тела. Так, Слово Божье — это питательный элемент для души нашей, которая требует от нас вот этой пищи. Не хлебом единым будет жить человек, а всяким словом, исходящим из уст Божьих. Я сейчас скажу, знаете, когда Библию считаешь и говорит, возлюбите чистое словесное молоко. О, точно. Это молоко. Молоко — это для младенцев даже. Это не все. Когда Господь говорит о том, какая хорошая земля, Он не говорит, что там виноград растет, а говорит текущую молоком и медом. Да. Молоко и мед. Если вот молоко и мед есть, уже не умрешь. Это при том дает в природе. Не надо искусственно где-то вырабатывать, долго ждать его. Корова, буйволица, подошла сама. И каждый день приходила, у нее есть теленок, она приходила к святому, когда мы кормила его, он подоит ее, она опять пошла. Так что, когда увидите корову, особо обратите внимание. Вот мы пасли, вот у вас обувь какая, смотрю, там, шикарная. А у нас ничего не было. Я помню, прибежал в школу, первый снег выпал, я босиком прибежал. Ноги под себя поджал, и сижу, нету, ничего нету. Государство все отнимало. А вот утром выгоним, роса, холодно, мы смотрим, корова как оправится. Вот эта лепешка у нее лежит, дымится, мы сразу в нее ногами встали, мы стоим, греемся и смотрим, где следующая корова оправится, где у нее туалет будет. И опять бегом перебежал, кучку в эту встал, и стоишь тепло. Вот в Англии, говорят, люди стали недовольны. А у одного коров 50 было, он прогонял их. Ну, коровы идут, они оправляются. И через мост перегонять. И стали бунтовать, подали в суд.
А он говорит, мой прадед еще получил от королевы за какую-то благодетельную такую работу, что он имеет право гонять коров. А тот указ никто не отменял. И он выиграл процесс. А потом и говорит, скажите, вот вы можете подойти к машине, по капоту погладить и сказать, ой, как хорошо пахнет. Нет, а я могу к корове подойти, у нее подбородок вот так поцарапать, и все, и вымеем, говорит, пахнет, да, молоком. И все заулыбались и сказали, ну ладно, гоняй. Из-за коровы, что то, что много, ну, оставляет после него лепешек там. А у вас, говорит, дымом в атмосферу заражаете, а тут собрали, никто не страдает от этого. То есть надо еще и юмором обладать. Поставить всех на место. Корова, у меня есть такое стихотворение, но корова во дворе начальник. Угу. Много есть хороших, но корова во дворе начальник. Ну, мы знаем это, конечно. И поэтому в канон Андрея Крицкого к этой печали, к этой грусти вселенской обязательно нужно еще прибавить благодарение Господу за то, что мы живы и можем кланяться. И славословие. Мы тут поем «Слава тебе, Боже наш». Слава тебе! А вы поете так дома, когда кланялись? Молодцы! Значит, мы полностью исполнили все, что заповедовали. Трехсоставная, трехступенчатая молитва ко Господу. Покаяние, благодарение и славословие. Просто после, когда пойдете, я принес вам крылышек, смахивать где-то, можете себе взять по два крылышка. Господи, слава тебе! Господи, помилуй, Господи, Господи, благослови нас на молитву с братьями нашими, чтобы мы все были в Царстве Небесном с Богом. Море сия же в них, роняй.
творящего истину век, творящего суд обеденным, дающего пищу алчущим. Господь решит окованные, Господь умудряет слепцы, Господь возводит низверженные, Господь любит праведники. Господь хранит пришельцы, сирой дому примет, и путь грешных погубит. Воцарится Господь вовек, Бог твой Сион и в род и род, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Единородный Сын и Слове Божие бессмертен Сын, изволил и спасение нашего ради. Воплотите все от святые Богородицы и пресной Девы Марии, непреложного человечивыся, раснысь же Христе Божий, смертью смерть поправый. Единицы святые Троицы, прославляем Отцу и Святому Духу, спаси нас, спаси нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Господи, Твоим помяни нас, Господи, и добридешь его в царствии Твоем. Блаженни нищие духом, яко терпи царство небесное. Блаженни плачущие, яко те утешатся. Блаженни кротцы, яко те наследят землю. Блаженни алчущие, жаждущие правды, яко те насытятся. Блаженни милостиви, яко те помилованы будут. Блаженни чистые сердцем, яко те Бога узрят. Блаженни миротворцы, яко те сынами Божии нарекутся. Блаженни изгнанни правды ради, яко терпи царство небесное. Блаженни издигда поносят вам, и женуты лекутся за глагол на лжущими не ради. Радуйтесь и веселитесь, яком за ваше много на небесе. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Идите, поклонимся и припадем ко Христу. Спаси нас, Сыне Божий, воскреси из мертвых поющих. Аллилуйя. Изначально Слово Отцу и Духами, одевающиеся на спасение наше, воспоим вернее поклонимся. Я поблаговоли плоти узрите на крест, и смерть претерпите, и воскресите умершие славным воскресением своим. Добрую служителя благоприятно, кротце твоя честь, не притекающий святителю Алексею, Богомудрый и чудотворчий, сошедшийся любовью в память твою светло празднуем, песни крепения, радующийся и христославящий, таковую благодать тебе даровавшего исцеление.
и граду Твоему великое утверждение. Божественного и пречестного святителя Христова, нового чудотворца, Алексия, верно все поющие люди, любовью да ублажим, яко пастыря великого, служителя же учителя, премудрой земли российской, несть память его притекши радостно, возопием песнь богоносному, яко имей дерзновение к Богу, многообразных нас, избави обстояний до завинки, радуйся утверждение граду нашему. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Неописанное слово Отче, из Тебе, Богородица, писася воплощаем, и осквернившийся образ, в древнее вообразив, божественную доброту и смесину, исповедующее спасение, делом и словом сие воображаем. И ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Хотел идти в Галилею, и находит Филиппа и говорит ему: «Иди за мною». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова из Назарета». Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему: «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев».
Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей. Увидишь больше всего». И говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Евангелие от Луки. «И сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи, Иерусалима и приморских мест, тирских и сидонских, которые пришли послушать его исцелиться от болезней своих. Также и страждущие от нечистых духов и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. И он, возведя очи свои на учеников своих, говорит: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо вы смеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их». Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. Святитель Иоанн Златоуст в беседе на 127-й псалом говорит, что пути восхождения к Богу многочисленны и многоразличны.